Новый дизайн, удобный формат, актуальные новости. Будьте с нами в центре событий. Начался заключительный этап волейбольного чемпионата Суперлиги. В первом матче клуб «Газпром-Югра» уступил сопернику Нижегородской губернии со счетом 1-3. Напомню, в этом году в российской Суперлиге введен формат финала 6. Сейчас за попадание в него борьбу в парах ведут 8 команд. Чтобы выйти на итоговые игры «Газпрому» и «Югре», необходимо победить губернию 3 раза. Один матч на выезде упущен, еще один в среду также пройдет в Нижнем Новгороде. Затем в эти выходные сургутяне будут принимать соперников на домашней площадке. Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия.